Клуб модного вязания открылся в селе Армизонском. Он появился благодаря региональному проекту «Старшие поколения». Занятия проходят в местном центре социального обслуживания. Для этого выделен отдельный кабинет. Ученики – представительницы серебряного возраста. Первые успехи уже есть. Десятки изделий своими руками. Очень нравится на кружке. Мы здесь не только вяжем, учимся вязать крючком, спицами. Губернатору спасибо, что он поддержал программу президента, да, вот активное долголетие. У нас ЛФК вот на базе библиотеки, здесь в социальном центре мы вяжем. Помимо кружка по вязанию работают еще несколько площадок, например, социальный туризм и школа безопасности. Да, они с удовольствием посещают, потому что они не только здесь получают какие-то знания, какие-то навыки, они еще и общаются между собой. А для пожилого человека это очень много значит общение.